Ну, что ж, в следующий раз он будет готов и к этому. Я уверен. А сейчас Агравейн. Хеллрейзер. Ох, какая наглость от Хеллрейзера, однако он прочитал все веяния и надежды Анатолия. Ой, этого Вейна. Нажирается просто супер рождаун, показывает сейчас Хеллрейзер и в перфект забирает первый бой. Циферки тащи, пишут в чате. Циферки у обоих игроков в никах. Хороший контер от Агравейна к лоу атаке. Он не ждет фреймтрэп, но Анатолия не остановить, он месит как демон во все стороны. И так и сяк. Ох, нарывается на каунтер-хит. Это комба. Это... О, боже мой, как близко, как все близко. Пытался бросить Анатолий сейчас, но Агравейн очередной раз хорошо угадал и не отдал этот раунд ему. Ох, очень напряженно бьются новички. Пожалуй, трудно представить себе, что это всего лишь турнир полу-новичковый. Накал страстей не меньше, чем на профессиональных чемпах. Подсекает Агравейн из безнадежной ситуации, хороший рид его выводит. Он нападает анблокаблом, прочитав, что будет взлетать в воздух. Ох, какие риды от Агравейна. Он угадал все, он пригнулся там, где нужно, он прыгнул там, где нужно, он степнул там, где нужно, и он победил. Это по-настоящему хорошая игра, пытается... Анатолий, что сделать? Неудачно лезет Агравейн ультрой. Совсем не там, где это требовалось. Вместо наказания он делает 2. Снова делает опцию против. Ох. Близок к поражению и... Да, Агравейн выходит в финал.